Роману Кащаеву, известному в криминальном мире как Рома Краснодарский, или соратник деда Хасана, утвердили обвинение. Его будут судить за организацию наркотрафика, вымогательство и получение статуса вора в законе. Об этом сообщает краевая прокуратура. У Кащаева было три преступные группировки, которые действовали в Георгиевском округе и Кировском районе. Первая по сбыту наркотиков, вторая по вымогательству средств у предпринимателей, третья по силовой поддержке двух этих объединений. Всего в ОПГ входило более десятка людей. Чтобы легче было контролировать работу этих групп, ими управляли два ставленника Кащаева – Артур Григорианц и Идрис Даттаев, рассказал источник в суде. Оба участника ОПГ, согласно выводам следствия, были выбраны на руководящие посты не случайно. Григорианц был ранее судим по статьям вымогательства и незаконный оборот наркотиков, а Даттаев был смотрящим по Кировскому району Ставропольского края. Они хотели повышения в криминальной иерархии. Мужчины по замыслу Кащаева могли привлечь группировку подходящих людей, физически крепких, имеющих в криминальной среде статусы блатной или бродяга.